как бы, если мы говорим про наши истинные потребности, то в целом нас можно поместить, условно говоря, в какую-то игровую комнату, в которой все будет. Еда, кислород, там, я не знаю, сексуальная жизнь, вот, какие-то развлечения и так далее, и так далее. И в целом мы будем удовлетворены. И нас будет сложно на что-то сподвигнуть. Да? Вот. Это кажется, что мы такие как бы существа экзистенциального толка, которым вот хлебом не корми, дай что-нибудь великое сделать. Но на самом деле в основе этого все равно все же те же самые наши внутренние потребности, да, в безопасности, в достижении социального верха, в восхищении и так далее. Это, в общем, все то же самое, что, в общем, можно искусственно симулировать, да, и вы будете это ощущать, и у вас будут эти потребности как бы восполнены, и рассчитывать, что вы какую-то трансценденцию из этого вдруг вынете и рванете каким-то невероятным далим и свершением, вот, маловероятно.